На турбазе «Сурские зори» прошло закрытие байкерского сезона «Мотопост-21». Ни довольно прохладная погода, небольшие расстояния не помешали нескольким десяткам байкеров из мотоклуба «Ночные волки» караваном прибыть на берег Суры. «Ночные волки» – самый известный мотоклуб в России, история которого начинается еще с 80-х. На сегодняшний день в нем состоят более 5000 мотоциклистов. Клуб имеет множество региональных отделений в России, в том числе и в нашей республике. Третий год, как мы вместе, открытие мотосезона делаем. Вот сейчас проходит закрытие мотосезона, подводятся итоги, и я по мере сил стараюсь их поддерживать, хотя и сам не являюсь членом мотоклуба «Ночные волки», но чувствую, что очень много меня с ними объединяет. Закрытие сезона мотоциклисты решили отметить большим рок-фестивалем, на который приехали команды из нескольких городов Поволжья – Йошкар-Олы, Казани, Нижнего Новгорода и Чебоксар. Хедлайнером стала московская группа «Монгол Шулдан». То, что к статусу байкер давно приписывают слово «суровый», на закрытии сезона «Ночные волки» подтвердили. Ни самих волков, ни их друзей, которых к вечеру, кстати, собралось за сотню, стремительно падающий столбик термометра ничуть не смутил. Звучала музыка, ревели моторы блестящих байков. Фестиваль продлился до поздней ночи. Уже утром мотоциклы будут поставлены в гаражи на зимовку. И только весной на просторах Суры снова раздастся привычный рев байков, когда мотосезон откроется вновь.